приветики. Сегодня мы утро начинаем с блинчиков. Выходные у нас всегда выходные, начинаем с блинов. Девочки, пеку блины. Вкусные, привкусные. Так, сейчас надо масло открываем. Моей красивой масленочкой. Так. Нарциссы. Пришла сегодня с утра, такой аромат стоит обалденный. Так, ну что, блины завершила, поджарила, последний остался. Сейчас будут завтракать. У меня, представляете, пока я готовила, уже доставочка приехала, девочки. Муку заказала, рис, гречку, сейчас буду распаковывать. Яйца у меня закончились, чаек свежий заварила. Сегодня буду курицу суп варить. Так, начну, наверное, с того, что яйца мне привезли. Надо их сейчас распаковать. Сейчас еще принесу доставочку свою. Так удобно вообще, как я раньше без доставок жила, девочки. Выгодно, во-первых, и бонусы списываются, и все, вообще классно. Раньше не знала, сейчас, раньше таскала, ходила эту муку вечно. А сейчас так удобненько. Так, ладно, это пусть тут стоит, пойду за этим. Привез он мне. Так, мешки мои. Перешла на вот эту муку. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Шикарная мука. Что-то я все макфа-макфа, а в этот раз стала вот эту брать. И мне так понравилось. Прекрасная мука, девочки. Так, куда? Ладно, потом вам покажу, уберу. Так, дальше. Рис краснодарский. Это я каши варю. Гречка. Вот такая макфа. Это рис для плова взяла. Вот такой. Беру вот этот сыр, удобно, пармезан, макароны сверху, что-то сделать детям, быстренько сверху сыр. Или утром омлет я ем, сыром посыпаю. Так, яйца, йогурты, взяла сыра, ламбера, взяла вот такого сыра. У меня мальчишки иногда любят вот этот сыр, там пряники, о, не пряники, эти, сушки макать. Так, дальше сахар взяла, у меня по пачке на год хватает. Дальше творог взяла. Люблю вот с этого именно творога. Сырники у меня получаются самые вкусные. Взяла себе на ужин кефир. Масло. Вишню. Девочки, я обожаю эту вишню, но я ее взяла для запеканки. Я ее могу просто так вот открыть и съесть пачку. И вот именно люблю замороженную. Не знаю, вот такой у меня прикол. И вот эта вот вишня прям вкусная, Мираторг. И тут хлеб взяла. Дальше, что я взяла? Это у меня всегда иногда лежит. Бывает, пригождается. Но не сегодня. Так, просто беру, в морозилке лежит. Вот такая. Две штучки взяла. И взяла вот эти. Тоже неплохие. Я их в духовочке иногда. На быструю руку. Но это редко бывает. Из-за этого я беру и пусть лежат. И вот эти лишки нравятся. Беру вот такие с шоколадом, которые тоже неплохие. Они такие раздуваются, такие здоровые становятся. А себе набрала вот такой воды. Девочки, я всегда пью воду. Беру в бутылочках, очень удобно. Конечно, не экономно, но удобно. Вот так вот, видите, пришлось бы сейчас волочь эти пакеты, сумки. Представляете, да, сколько это все принести. Так что я счастлива. Ребят, устраивайтесь поудобнее, я, как всегда, к вам с очень важной и нужной информацией. Учась в школе, ребенок и его родители уже начинают, даже в начальных классах, мне кажется, задумываться о том, кем будет ребенок, о какой-то будущей профессии. Вот, допустим, Илюшка сейчас в 4-м классе, я уже думаю, всегда его спрашиваю, куда его направить, какую выбрать специальность, какие предметы углубленно изучать. Это очень важно, потому что ребенок должен идти, да, с какой-то целью и уже понимать, чего он хочет, и родители тоже должны об этом задумываться. А сейчас я вам расскажу про онлайн-школу. Называется эта школа Foxford. У них есть супер-тест, реально супер-тест на профориентацию. Даже Тёмку я заставила его пройти, и Тёмка у нас там каким-то будет психологом. То есть он отвечает на вопросы, там 15 вопросов. Сейчас я вам покажу, как Илюшка его прошел и как туда зайти.
Тест состоит из 15 простых вопросов. После прохождения теста ученик получит результат и подходящее направление и выявит свои сильные стороны. Будут предложены примеры подходящих для него профессий и предметы для углубленного изучения и сдачи на экзаменах. Илья прошел тест, и у него тест показал, что, вот здесь вам покажу, что он чуткий психолог. Он готов на сотрудничество, у него чуткое душевное развитие. Я думаю, что это действительно про Илью, потому что Илюха у меня очень чуткий мальчишка, и он может понимать, когда что. Психология — это его. После прохождения можно записаться на бесплатный курс профориентации, в котором 7 коротких видео-уроков о том, как погрузиться в конкретное направление, выбрать профессию, где учатся после школы, в колледже или вузе, какие навыки нужны востребованному специалисту и как развивать себя. После прохождения курса ученик получит сертификат, который можно положить в портфолио при поступлении в ВУЗ. Тест создан опытными методистами Фоксфорда и психологами онлайн-школы. Фоксфорд уже более 12 лет работает с родителями и с детьми. Сформировал исследовательскую базу, на фоне которого и создали вот этот качественный, классный тест. Эта школа очень поможет родителям при выборе деткам в будущем их профессии. Ребят, я обязательно оставлю вам ссылочку внизу в описании. Обязательно переходите, пройдите тест. Это действительно увлекательно и очень интересно. Еще решила сделать кабачки. У меня уже стоят давно. Думаю, сделаю оладьи. Я как делаю? Добавляю кабачки, тру, яйца, соль, потом чеснок и мука. И жарю. Сейчас обжарю немножко. Духовки, конечно, бы по-хорошему сделать. Сейчас посмотрю, может, духовки сделаю. Ну, просто Макс не любит духовки. Ладно, сейчас посмотрим. Наверное, все-таки на сковородке сделаю. И сейчас курица разморозится, буду суп варить детям. Так что выходные у меня, в принципе, первый выходной точно проходит постоянно на кухне. Макс повез Тёмку на логопеду у них в субботу. Илюша у меня пошел на баскетбол, а я, как всегда, у станка. Так, я сейчас буду обедать. На обед у меня будет салат. И пару драников съем. Не драники, это кабачковые оладушки. И зеленый чай. А это что-то у нас по одному блинчику с утра съели, и все. Ну пусть стоят, я потом в микроволновке их разогрею. А мальчишкам довариваю уже бульон, сейчас варится. И будут бульон есть супчиком. Ну, вермишелька, яйцо. Вот, так что я сейчас в тишине буду за обедать. Ой, в диете очень важно кушать вкусно, красиво. И за столом. А для меня это проблема. За столом кушать я вечно люблю около телека, девочки. Есть за мной такой грешок. Надо сюда телевизор. Вот. У меня здесь место есть специальные розетки для телевизора. Но я еще не могу найти беленький телевизор, красивый. Ну, куплю. К лету возьму. Вот. Так что всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Мы играем в карточки, которые мы купили. Помните, Немо? Такие хорошие. Это сейчас стали такие твердые делать. Илюшка, ой, Тёмка любит в эту игру играть. А я сижу, смотрю этих уральские пельмени новые. Какой-то, новая какая-то серия. Так что, если у вас нету таких карточек, прикупите деткам. Очень интересно. Все, вышло. Ну, ты, конечно, выигрываешь. Я говорю, вот эта вот свинюшка мне кого-то напоминает. Кого? Не знаю. Тебе. Девочки, Тёма меня уже заколебал. Уже пятый день он меня просит хомячка. Я уже не знаю, как ему, что делать. Вот зачем тебе хомячок? Зачем? Смотреть. Смотреть на него? А кто будет какашки за него убирать? Я. Ты будешь? Угу. Ты будешь. Так, как вы думаете, куда эти тапочки направляются? А направляются они готовить запеканочку. Но на самом деле запеканочка уже готова. Девчонки, мальчишки, а? Что ты говоришь? Илюша уже сидит, ждет запеканку. Он сейчас у нас, у него новая мода. Он кушает палочками, да? Все подряд, даже суп. Да? Илька, шпилька. Девочки, короче, запеканка должна, если сейчас получится, я делаю
Второй раз ее, в первый раз она была обалденно вкусная. Делаю во второй раз. Сейчас я вам вставлю, если она получится, в конце видео. Не в конце, когда мы ее... Блин, надо помыть духовку уже. Я вам вставлю, посмотрите рецепт. Только единственное, там в рецепте есть крахмал. Я его туда не добавляю. И творога ложу не 250 грамм. У меня здесь грамм 500 творога. Вот, а остальное все так же. Так что сейчас попробуем. Я делаю с вишней. До этого делала с клубникой она была. Ну, посмотрим. Вот такой у нас ужин. Захотелось запеканочки вкусной и сладкой, потому что на улице так холодно. И вот я, девчонки, все-таки решила сделать запеканку. Суп сегодня ели, надо в холодильник поставить. Опять у меня посуда. Только у меня, кстати, посудомойка выключилась. Уже опять посуда. Ну, короче. Ой, девчонки, посуда, посуда. Мылась бы она вот так раз и вымылась. Было бы круто. Да, Илюш? Мне одному кажется, что тут и кринж. Где кринж? Где кринж? Ну, ничего. Не, ну расскажи, где кринж? Вот эти... Ладно, а потом за камерой. За камерой? А мы не... у нас нету секретов от наших девочек. В чем кринж? Расскажи. Нет. Ну скажи. Mm-mm. Я знаю, в чем кринж. В чем? Ты имеешь в виду, что я вот так снимать начала, что я шла? Да. Ну почему? Это же прикольно. Девчонки увидели наш красивый кафель на полу. Смотри, как они давно не видели. А раз тут Илюшка. Никакого кринжа, да, девчонки? Тапочки мама показала как раз свои красивые. Ну что, вы готовы увидеть шедевр? Если готовы, то смотрите. Какая красота! Смотрите, обалденная запеканочка получается. Сейчас я ее разрежу. Она такая плотненькая получилась. Отлично, пусть она немножко остынет. Ребятушки, не говорите спасибо, но я, конечно же, вам оставляю вот здесь рецепт. Вот здесь рецепт оставляю, который я делала. Я еще раз повторюсь, что крахмал я не кладу. Я добавила сюда 500 грамм творога. Ну, по рецепту там 250. И все остальное, как по рецепту. Вообще, я любительница готовить на глаз. Я никогда не готовлю, как по рецепту. Ну, вот сделала. Вот такую красоту. Тимон, смотри, какая вкусняшка на утро, на завтрак. Я знаю, что ты творог не любишь. Так что, ребят, сейчас разрежу. Илюшке чаек налила уже. Будем пить чай. Заварничок мой какой красивый. Аромат не передать. Творог, кстати, брала в этот раз зернистый. Вот. Но ей нужно еще остыть, она еще не остыла. Но я попробовала, уже очень вкусно. У меня вишня здесь, можно клубничку положить. Так, сейчас Тёмка нам покажет, как он читает. Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Мама приходит в дом. Мама глядит кругом. Глядит. Был на квартиру на йод. Нет, к нам заходил бегемот. Нет, может быть, Тёма, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Наш. Просто приходил Сережка. Поиграем мы немножко. Значит, это не обвал. Обвал, нет. Сон у нас. Не танцевал. Нет. Нет, очень рада оказалась. Я напрасно волновалась. Узнали, что это за рассказ? Кто это написал, Тёма? Ну, прочти. Успенский. Успенский же? Да, все в порядке называется. Успенский. Ребятки, привет. Мы с вами продолжаем влог. Сегодня понедельник. Мой любимый понедельник. Обожаю понедельник. Мамочки меня поймут, потому что, девочки, суббота, воскресенье, я просто от плиты не отхожу, правда. Три мужика, конечно, накормить тяжело. Вот. Я люблю, когда дети заняты чем-то, занимаются. Вот сегодня дела у всех, школы, кружки, все как полагается. Вот. Я сейчас собралась, жду Илюшу, отправлю, сейчас поведу в школу. Зайду на Валберес, мне там кое-что пришло, нужно забрать, и заберу Тёму. А Тёму заберу, и мы с ним поедем к бабушке, к моей. К ней приехала ее дочка, моя тетушка с Ростова. И мы поедем ее проведаем бабушку и, конечно же, тетушку заодно. Илюша с Тёмой ее всегда ждут. Она всегда, знаете, что привозит им? Скрипыши, скритчеры, которые сейчас, они всегда собирают и привозят моим. У них нету маленьких, они, ну, в семье. И они нам собирают, и дети так ее всегда ждут. Она всегда все привозит, все вот эти вот развлекухи из магнита.
Вот, так что она там насобирала каких-то скритчеров, поедем забирать. У нас сегодня плохая погода, дождливая, какая-то серость, не знаю, так уже хочется, чтобы просыпаться, и в окно светило солнце. Тогда настроение совсем другое, вот. Так что, девчонки, я одела свою футболку, сейчас уже одену штаны и поеду, и пойду. Вот. Такие дела. Мы идем в школу с Илюшкой. Илюшка мне доказывает, что пираньи человека не едят. Да, Илюш? Угу. Это ты где прочитал? Да, сам знаешь? Да. Мне кажется, пираньи всех едят. Как ты иди, окунешь? А? Как ты иди, окунешь? Чего? Иди, окунешь. Окунуться? Я и говорю, что я-то говорю, что едят пираньи людей. А, Илюша говорит, нет, надо в интернете загуглить. Забей. Сейчас. Так, ну что, девчонки, сейчас вам покажу, что я приобрела на Валберисе. Принесла целый пакет. Сейчас вместе с вами распакую. Так, это мои документы. Детям взяла эти... Скажите, пижамки дома ходить, шортики, маечки, потому что так как это дети блогера, они должны в кадре быть одеты. И, конечно же, я им взяла шорты, майки, потому что сейчас уже такие теплые, со штанами, я уже выбросила все. Так, девочки, взяла на Валберисе вот такую макфу нашла. Хочу попробовать ее на завтрак. Это овсяная каша с земляничкой, клубничкой и йогуртом. Я такую что-то в магазинах не видела, увидела, думаю, возьму, попробую. Дальше я взяла печеньки, ой, шоколадки, вот эти я люблю с кокосом, они были тоже по акции, они типа меньше килокалорий, там в одной штучке, по-моему, 100 с чем-то килокалорий, не помню сколько. Короче, я их, это, энергетическая ценность, девочки, 162, ну это калорийнее, чем до этого были, до этого я 140 брала, ну для перекуса такой, кофе попить. Дальше я взяла вот такую вермишельку без глютена. Попробовать тоже для бульона. Дальше я взяла чай зеленый с жасмином, китайский какой-то. Крупнолистовой, цветы жасмина, ароматизатор натуральный жасмин. Сейчас заварник купила, чай завариваю. Ну, вот, сейчас открою, покажу. Стала пить чаек вечером, кофе пью только с утра, потому что в 40 лет уже кофе постоянно пить не могу, не сплю, потом ночами. Кстати, я, знаете, что вам забыла рассказать? Вот я всегда девчонкам говорю, никогда не берите, не пейте никакие кальций, магний без того, как вы не сдадите пока анализы. Вы знаете, я вчера лежала, читала, у меня же розацея. А вы, оказывается, знали, что магний В6 нельзя при розацее пить. Он, типа, вызывает, больше обострения вызывает. А я его глушу. Так что я теперь не буду пить больше никакие эти, без, пойду сдам сначала анализы, а потом я буду пить витамины. Вот такой чай. Не знаю, как на вкус, девочки, лидер фирма. Буду пробовать. Ну, по отзывам, беру по отзывам, вроде ничего. Дальше я взяла гранулированный вот такой чеснок, он дешево стоит, но иногда он нужен. Думаю, пусть лежит тоже. 100 с чем-то рублей или около 200 рублей он стоит. Тоже отзывы хорошие, иногда нужен чеснок. Девочки, смотрите, какую я красоту купила. Ой, как я ее увидела, я влюбилась просто. И это, знаете что? Это икорница. Конечно, икорница сейчас, икра очень дорогая, можно ее под что-нибудь другое использовать. Ну и под икру тоже, но она такая красивая. Мне прямо она подошла под этот, знаете, под что? Под мои бабочки, этот, масленку. Смотрите, вот такая красивая рыбка. Смотрите, вообще, ну шикарная, правда? Вот, и ложечка идет вот такая золотая, чтобы кушать икорку. Она прям вставляется вот сюда, вот так. Так, ну это я сейчас распакую, хорошо вам покажу поближе. Вот, и я взяла впереди Пасха. Честно говоря, хотела новые тарелки. Очень хочу новые тарелочки. Потом думаю, ну именно пасхальные. Потом я так подумала, зачем я буду именно на Пасху, куда их складировать?
Не стала. У меня есть вот эти лимоны, мы их еще используем на пасхальный стол, и будет красиво. Я же заказывала красивые салфетки. Девочки, смотрите, какие красивые для салфеток я нашла вот такие штучки. Ну, поняли, да, сюда салфетку вставляете. Вот, я взяла, но я почему-то их взяла всего 3 штуки, потому что я подумала, что их на более... Блин, опять я тупанула, хоть бы сейчас они были еще. Короче, я их взяла всего 3, а мне нужно 6. На пасхальный стол буду красиво, хочу накрыть. Вот, смотрите. И взяла всего 3. Сейчас буду заказывать. Заново. Еще быстренько надо заказать, пока их не раскупили. Они такие красивенькие. Прямо под мои тарелки будут очень шикарно. С белыми этими. Я вам потом покажу. Вообще красота. Надо срочно идти заказывать. Вот. Так что вот такие вот дела. Сейчас костюмчики дети вам примерят, покажут. А я собираюсь, и мы едем к бабушке. Смотрите, какая красота, да? Классная, вообще красивая. Ну что, мы уже вышли с Тимондрой. Ждем машину, такси. Везем подарочки. Вот. Быстрее бы уже тепло, видите, как темно. Такая погода, как будто, не знаю, где-то мы в снегах, в Новосибирске. Все цветет, видите, вон там красиво вишня, по-моему, или яблоня это. Цветет. Так, ну что, мы съездили к бабушке, не стала ничего снимать, посидели, поболтали, поговорили и приехали домой. Тетушка, надеюсь, ко мне в среду приедет в гости. Она у меня еще не была после заказа, ну как бы, когда она была до завершения ремонта, по-моему. У меня еще ни кровати, ничего не было тогда, когда она была. Она с Ростова нам всегда привозит пирожочки. Я говорю, куда же ты нам пирожки привезла? У них есть девчонки, кто с Ростова, наверное, знают. Золотой Колос всегда привозит эти пироги. Привезла с вишней вот такой пирог, Золотой Колос. И пирожки с вишней тоже, Золотой Колос. Вот такие. Вот. И скрепышей мы разделили. Тут у них еще старые скрепыши остались. Это Тёмины, а это Илюша придет, откроет. Вот, это скрипыши и скритчеры. Тёма, ты будешь их забирать, вот эти свои? Да. Ну, забирай. Все, ты поел? Так, девочки, мальчики, сделала плов. Я понимаю, что это не похоже на плов, но я сейчас готовлю с куриного филе более такой кашеобразный плов, и дети у меня такой любят. Вот, плов приготовила. Илюшку жду со школы. Кстати, девочки, вот эту рыбку... Я так подумала, икра-то не каждый день у нас бывает, мы люди не особо зажиточные. И можно сюда, знаете что, соус. У меня постоянно, вот когда гости приходят, соус наливать некуда. Мне кажется, вот как раз будет красиво. И соус сюда можно, что еще можно? Да много чего можно, не только икру. Вот, короче говоря, я прям не очень, она понравилась. Она стоит так недорого, а выглядит прям шикарно. Вот, так что на заметочку вам. Так, ну что, девчонки, мы заканчиваем влог, показывая вам, какие классные пижамки я мальчишкам заказала. Тёмка еще не надевал, потому что он еще не купался. Я их выстирала, погладила, такие красивенькие. Теперь Илюшка будет. Илюшка, конечно, любит оверсайз. Они мало мерят, девчонки, можно было бы еще на размер больше взять. Да, Илюш? Ну, пойдет, хорошо. Дома уже можно в шортиках ходить, классно. Так что на сегодня мы заканчиваем. Смотрим какого-то, как всегда, непонятного блогера дети смотрят. А я пошла к себе смотреть какой-нибудь сериальчик. Они свое тут смотрят, я свое. Что ты делаешь, Илюш? Ну все, на сегодня все. Всем пока. Пока.